Итак, я расскажу о шрифтах. Значит, Оля спросила, как можно текст в транслите сконвертировать в Девнагари. Значит, сперва я бы поставил шрифты. Значит, несколько лет тому назад я запустил наконец-то свой сайт, и в нем есть несколько небесполезных разделов. Один из них — шрифты для санскрита. Здесь есть все обо всем. Сперва идут шрифты транслитерации, потом идут стилизации, потом идут устаревшие шрифты, потом идут шрифты хорошие для транслитерации, потом идут индийские паршивые шрифты Деванагари, а потом идут нормальные юникодные. В общем, надо поставить вот эти. Санскрит 2003, Сантипур Отэ, Сиддханта, ну и по желанию Джайни. Значит, дальше идут ссылки на конвертеры. Значит, поставили шрифты, раз. Надо включить, значит, макросы в варде, это 2. Это есть отдельная инструкция. Вот. Ну, а где мы берем тексты? Тексты, чтобы упражняться, мы находим, например, на сайте Gretel. Это крупнейший архив санскритских текстов. Нашли, например, Упанишады. И берем UTF-8. Остальные устаревшие форматы. Вот, и зашел, например, в такой файл. Взял образец, например, здесь, в IAST, зашел в свой любимый, значит, M-Editor, это программа, в которой я работаю, когда нужно работать с большими объемами текста, без разметки. Разметка, значит, там нет ни курсивов, ни жирных, ничего, ни цветов, просто голый текст. И вот у меня вынесены эти макросы. Trans2Dev. Вот он мне сконвертировал его в Devanagari. Я его скопировал в Word. И Word по умолчанию берет Shift Mangal. Mangal — это ужас. Он не предназначен для санскрита. Более того, сказал бы, он ни для чего не предназначен. Но это шрифт по умолчанию в 2007. В Word 2007 я пользуюсь именно старыми версиями Word, потому что новым я органически не переношу. Итак, шрифт Mangal не предназначен для санскрита. Нам еще повезло, что тут нету сложных лигатур, иначе они были бы отвратительны. Значит, какие шрифты у нас котируются? Санскрит 1.2 — это устаревшая версия, нам нужен санскрит 2003. Вот. Вполне себе приличный шрифт санскрит 2003, раз. Значит, санскрит, это Т у меня не называется. Сантипуроты, да. Значит, это шрифт, над которым я работал в 2005 году. Вот, в нем далеко не все безупречно, но он хотя бы выглядит симпатично. И Сиддханта, собственно, то, о чем я хотел сейчас поговорить. Сиддханта, она разная. Значит, так, у нас есть калькутское, то есть северное начертание. А, значит, Чакрават — это южное, бомбейское, а Калькутта — это северное, значит, калькутское начертание. Видите, отличается начертание знаков. Вот. Чакрават и Калькутта. Ну и еще немножко отличается Непали, но на самом деле основное отличие — это Чакравата и Калькутты. Почему так много шрифтов? Потому что есть ограничения в рендеринге шрифтов, которые зашит вообще в Варде, в Винде. И, в общем, это все можно было по-хорошему положить в один шрифт и в настройках управлять, какие лигатуры будут выводиться, как это делать, например, в InDesign, но в общем ограничения технические не привели к, увы, к такому, ну, достаточно неудобному изобилию шрифтов. Вот. Над этим шрифтом Михаил в Минске работал 3 года. Это огромная работа. Больше лигатур, чем в этом шрифте, нет нигде. В общем, я сторонник северного, более древнего начертания.
Вот у нас текст. Значит, я, кажется, уже устанавливал, значит, у нас шаблон, который нужен. Но я уже сам забыл, как пользоваться конвертерами в Word. Так. Конвертерами в Word. Значит, у нас есть файл инструкции в Google Доках. Так, значит, попробуем нажать F5. Нет, не сработало. Вот так, у меня самого вообще включены макросы. Так, значит, я скачал с своего же сайта, выложенный с собой, значит, файл шаблон normal. Я пока его не скопировал, ту папку, откуда Word берет шаблон для каждого нового файла, а просто взял отдельно взятый файл, запустил, и как бы он должен в нем уже быть. Да, по страховке. Почему он у меня не работает F5? Так, ладно, надо будет нажимать какую-то кнопку одновременно. Так. Я уже путаюсь. В вкладках, в браузерах. Так, что у нас в инструкции? Может, там другой шаблон? Может, я не тот шаблон выложил? Да, значит, это у нас конвертеры для M-эдитора. Это не для Word, а для M-эдитора. Но, в принципе, Word-овские основаны на M-эдитеровских. Так. Значит, у нас задействованы три шрифта. Санскрит 2003 и Санскрит. Дефолтная сетханта без каких-то вариаций с антипроводом. Так, хорошо. Каждое слово. Так. О, как сложно, когда ты забываешь, что ты сам делал. Так, собственно, как работе макроса. Так, попробуем вот этот. Что-то другой. Too many requests. Так, посмотрим, есть у нас нормал в дропбоксе, в дропбоксе не вижу, так, слишком часто его скачивали, так. Ладно, попробую запустить другой шаблон, который большой сильно. Так, ладно. Ну, в общем, я сам уже разучился, как пользоваться этими шаблонами. Наверное, справки и почитаю свои же инструкции и посмотрим.